Друзья, я сейчас нахожусь на бизнес-форуме, который называется «Портал 4.0». И какое я скажу по этому поводу резюме? Все основное, что я вынес из этого мероприятия, вот выступали спикеры, главное – это иметь свое состояние, то есть находиться всегда в ресурсе своей энергии. И когда ты находишься в этом ресурсе, у тебя есть желание, а самое главное – возможности делать свою судьбу самому. То есть не зависеть от мнений других, а развиваться самому и идти строго намеченной своей цели. То есть для этого нужно необходимое состояние. И это состояние здесь потихонечку люди прокачивают с разных сторон. Спикеры рассказывают в основном все об одном. Это наши ресурсы. Многие люди критикуют таких спикеров, но на самом деле они сами боятся что-то делать. И поэтому у них ничего не получается, они все время находятся на своем месте. При этом они говорят, что на самом деле это все не работает. Все работает. Нужно действительно искренне верить в свою мечту, наивно. И вот этот наив, вот это открытое твое состояние формирует твое будущее. Я сам через это прошел и вам рекомендую. Не получается только у тех, которые ничего не предпринимают. Поэтому, если вы попробуете, то у вас есть хотя бы шанс, что у вас должно получиться то, что вы хотите. Если вы не будете ничего пробовать, то 100% вы обречены на фиаско. Поэтому ставьте себе цели и смело достигайте их. Разрывайте шаблоны, рискуйте, не слушайте других, а добивайтесь своего. То, что я здесь услышал и увидел, конечно, имеет непосредственную связь с тем, что привношу для вас я. Это боевые искусства. А это уверенность в своих возможностях, знание того, что у тебя обязательно все получится, и ты идешь правильным путем. Желаю вам быть дерзкими в своих начинаниях и в своем пути. А я, конечно, благодарю Илью Чагина за то, что он сумел организовать очередной портал, который уже называется «Портал 4.0».